Новый информационный сервис для туристов презентуют в Самаре. Что посмотреть и где остановиться, расскажет приложение. Его можно скачать на планшет, мобильный телефон или пролистать в информационных терминалах на ЖД вокзале и в аэропорту Курумыч. За время работы в тестовом режиме сервисом уже воспользовались 3000 человек. Самые популярные запросы у туристов – экскурсии и события. В топе, к примеру, праздник вишневого пирога в Ширяево и жигулевская кругосветка.